глава республики поставил задачу, мы полностью поддерживаем, проведем все занятия с указанной категорией. Задача поставлена от разработать методичку, чтобы руководитель объекта знал, как алгоритм действия его вообще в системе пожарной безопасности. Значит, анализ показывает нашей работы, что многие руководители, многие не прошли даже первоначальное противопожарное обучение. То есть, в принципе, назначая работника, руководителя, он должен об этом знать. И в том числе и уже и спрашивать со своих подчиненных. На многих объектах нет приказа о назначении, нет инструктажей, нет тренировок. Тренировка на каждом объекте, согласно нормативной базе по противопожарной безопасности, должна проводиться раз в квартал. Этого нет повсеместно, вот поэтому наш глава и акцентировал на это внимание. Определил ответственных за эту работу по каждому направлению, по каждому министерству. Мы со своей стороны проведем какие-то показные занятия, покажем, как это все должно быть, разработаем, она у нас есть, вся документация, которая должна быть на объекте. И, конечно, руководитель, опять же, это говорит об обучении руководителя, от этого будет очень много зависеть. Определены сроки, я так понимаю, да, проведения этих учений? Ну, правительству поставлена задача до мая месяца разработать вот эти все мероприятия законодательно, и мы уже приступим. Спасибо.